2023 годом. А у нас еще не наступили. Именно поэтому я надеваю рожки оленя. А к нам уже Дед Мороз пришел, подарки принес. Начинающий Дед Мороз. В начале карьеры. Кто-то стучит. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет, привет. Давай беги ко мне меня встречать. Какая ты красотка, ну-ка покрутись. Мы с тобой сегодня настоящие снежинки. Дед Мороз! Дедушка! Ура! Дед Мороз, мы так ждали! Всех пустить, пусть их нам бросит! Здравствуйте! Ждала меня? Ехал я к вам долго-долго-долго. Далека была моя дорога. Со Снегурочкой поспели. А как тебя зовут? Девочка? А имя какое у девочки? Ева. Ева? Да. А знаешь, как меня зовут? Кисандра. 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 А папу как зовут? Папа. Денис. Достаю нашу волшебную чашу, смотри. Какая большая. Чай. Мешать, мешать, мешать. Давай быстренько. Оп. Ротик, давай скорее. Ням, 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 ням. И жуй. Вот. Дед Мороз, когда к нам домой ходили, они, короче, во-первых, это были друзья мамы, ну, с папой. Во-вторых, они все такие, знаешь, делали себе, типа, старичков. Да, старичков. И этому верилось, ну, как бы, да, такое сочетание было. Вот я беру кусочек волос. Нет, смотри, оп. И он ее съел. И теперь он ее отпускает вот так. Смотри. Опа! Кудряшка. У меня есть микрофон Пало Санто. Расскажите, что будет в этом блоге? Будут Дед Морозы, подарки, деревня, салатики, вкусняшки. Ты осознаешь, что вообще завтра Новый год? Компот, да. Компот, у меня сразу карамелька, компот и коржик. Это мы собрались в деревню. Ой, как все впихнули. Пришлось некоторые продукты засовывать вот так вот, непонятно куда, чтобы пролезла. Вот там банка, вон там, например. Что за елочка такая? О, это бабушке подарок. Потом будешь презентовать. О, караоке, да? Караоке? Будем петь! Как вы поняли сразу? А написано! Плеер, DVD и караоке, видишь? Плеер. Вот. Давайте мракобесие. Давайте, 5 букв и 5 минут. О, да что-то 4, мне кажется. Тут все гласные есть, самое главное. Поехали. На панели управления есть кнопки, отвечающие за свет, воду и тепло. 14! Ого! Молодец! Бирка? Есть. Есть. Бека? Есть. Что такое? Кто? Это как это музыкальный знак. Знак. Нет, абрикос. О! Ух ты! Абрикос, ничего себе. Абрис. Нету. Это что? Абрис это контур. Крема. Есть. Что такое крема? Это пенка, пенка у кофе. Бирма. Есть бирма. Миска. Есть. Мерка. Есть. У меня еще микроб. Микроб? Угу. Сборка. Так, давай далеко-далеко-далеко засовываем. Опа, Мега и Лопа. Индия, Китай. Ну-ка. Китай. Готов пирожок? Не боюсь. Не бойся, я с тобой буду кататься. Не хочу. Не хочешь? Ну, значит, не будешь. Возьми шапку вон там на полу. Будет хорошо.
Чего делаешь? Гирлянды. У нас будет красота? Посмотрим. У нас такая прям зимушка-зима. Минус 17 градусов. На завтра обещают минус 22. У меня ноготь сломался. Представляете, прям вот типа за день до Нового года. Прям даже не то, чтобы под корень, а прям вот на середине ногтя. Я очень держусь, чтобы его не отломать, не обрезать. Смотрите, как много снега. Это вообще-то сад. Здесь летом растет малина, груша, там яблоня, клубника, тепличка с помидорками. Любимый, что общего между гвоздем и жизнью? Ё-моё. Жизнь, как и гвоздь, должна быть острая такая, чтобы цель, если есть, то взял и вбил до самого конца. Вот. А еще в жизни, мне кажется, каждый должен найти свой дом, чтобы осесть там в каком-нибудь бревне и торчать там. Небольшой сейчас будет обзор. Это что, это гараж называется? Что это, малуха? Окей, ребят, это малуха. Я хотела показать вот это. Это коллекция Дениса еще со школы, когда он собирал банки, вот эти, знаете, жестяные. Когда это было, видимо, редко, дорого, вкусно, желанно очень. У меня такие были коллекции жвачек, именно наклеек из-под жвачек, всякие там фантики. А тут у нас теннисный стол, качельки. Там раньше курочки жили. Помогаешь? Да. Ой, как красиво. Совсем стемнело. У всех утро, у всех завтрак. Синички тоже хотят есть. До Нового года осталось 8 часов. А какой? Что какой? Какой Новый год? Да. Новый год тигра. На самом деле, если честно, у меня дико заболела голова ночью. Не знаю, с чем это связано. С отсутствием влажности как таковой, потому что мы печку топили или что произошло. Но у меня прям дико болит голова и настроение вообще не танцевать, не петь. Если быть супер честно с собой, я бы сейчас просто сидела или лежала бы в идеале. Просто бы лежала, ноги кверху. Но вот эта вся атмосфера праздника, суеты, Ев, что происходит? Она меня как-то ставит на ноги. Я даже не знаю, хорошо это или неплохо. Может быть, если бы я просто полежала бы 3 часа, мне бы стало лучше, но это невозможно. В наших условиях невозможно сейчас вообще лежать. Достань, пожалуйста. Достань пирожок. Ты оторвала мою бомбушку, ну доставай. Ева, новые носки. Я тебя сейчас съем. Вообще, села сюда, чтобы поделиться с вами вот этой штукой, которую я показывала у себя в Инстаграм еще год назад. Вот. Если что, не обращайте внимания на то, что происходит на фоне. Денис тестит караоке. Мы вчера подарили караоке маме Дениса, но, как оказалось, подключить их намного сложнее, чем купить. Вот про эту штуку я хотела рассказать. Да, ноготь мой все-таки сломался. Вот перед тобой называется. И это с того года у меня 2020-2021. Невозможно серьезно записывать видео. Суть такого блокнота в том, что, во-первых, это бесплатно, сразу говорю. Можете, кстати, найти ссылку в описании под этим видео, я оставлю. И это не поздно сделать еще и в январе, да вообще хоть когда можно делать. По сути, это такой отчет для себя, что я получил в прошлом, там, за прошлый год, и какие цели я поставлю себе на грядущий год, какие-то выстроить ориентиры. Вот как раз 31-го хотела позаниматься этим блокнотом, но у меня прям вообще настрой не тот. То есть, ну, чтобы вы понимали, надо сидеть прям с настроением, не знаю, выделить себе час хотя бы тишины, точно быть без головной боли. Поэтому, мне кажется, я сегодня вообще за это не засяду. И лучше я это сделаю там 1 января, 2 или 3, но со спокойной головой. Вот это у нас в деревне сад. А вон там картофельное поле, которое стало у нас в Новый год полигоном. Здесь мы будем взрывать фейерверк. Для этого прокопали дорожку. Сейчас покажу установку, откуда будут взлетать ракеты. Должна быть твердая опора, с которой будут вылетать фейерверки мощные. Вот. Давайте Сашеньке оставим сердечко. Вот номера. Кто что стрижет, тот и что будет брать, понятно? Это вы как, знаете, как в садике каждому ребенку тоже по одинаковому пакету, хорошо, чтобы никто не обиделся? Да. Thank you.
Я все-таки немножечко совсем, совсем немножечко намарафетилась. Минут за 5 в туалете. У меня появились глаза, у меня появились губы. Хотя только что я их съела, потому что в целом мы только что поели и отпраздновали Новый год. На часах 8. Мне кажется, к 12 я уже благополучно лягу спать. Напишите обязательно в комментариях, как праздновали Новый год вы. Сам-то он спит, хоть убежать-то. Говори, еще кофе варится. С Новым годом! С Новым годом! Ой, чистить надо. Так, надо успеть съесть, да, и загадать? Нет, сколько съешь, столько и загадаешь, и все, не обязательно съесть. Может, у тебя три желания. С Новым годом, можно спать. Всем здоровья. 1 января. Всегда как чистый лист, такой свежий, обновленный. Особенно, когда голова не болит, это очень круто, потому что у меня вчера прям до последнего болела голова, просто мне в 0-0 вообще ничего не надо было. И проснулась, самое интересное, с очень сильной головной болью, прям еще сильнее стала болеть голова. Я прям очень хотела уже домой уехать и попила кофе. Представляете, я прям не хотела кофе, но подумала, а может там клин-клином вышибает, что-то произойдет с давлением. Выпила кофе и просто как рукой сняло. Если хочешь осчастливить человека, надо его лишить чего-то, а потом дать ему это обратно. Он будет самым счастливым, правда. Потому что просто сейчас ничего не болит. И это такой кайф. Но мы все равно домой поедем, потому что уже хочется домашнего такого уюта, комфорта. И вот прогуливаемся по лесу на дорожку. Лес просто восхитительный. Тут получается сначала берез очень много, потом идет сосняк, там еще красивее. Такая тишь. А мы сейчас едем, кстати, на карьер. Ну, идем. Ева едет. И на карьере хотим покататься. Смотрите, какая красота. Просто арка. Снег держится неизвестно как. Ну, мне только что объяснили. Я, правда, мало чего поняла. И тут повсюду много таких свисающих. Самая опасная горка Челябинской области. А ты что тормозила-то? Что-то казалось мне, что я улетаю. Я еще хочу. Привет. Здрасте, здрасте. Знаете, что мы сейчас с вами будем делать? Мы будем наносить все уходовые средства, которые у меня есть, на меня. Потому что моя кожа за декабрь так сильно устала от макияжа. Я практически каждый день красилась. И не просто дневной макияж, а достаточно такие плотные у меня были покрытия. И хочется сейчас, чтобы кожа максимально отдохнула. Именно поэтому я сейчас расчесываю волосы. Но просто я заодно хочу еще на волосы тоже нанести масло. Я влюбилась в эту сыворотку. Это парфюмированный спрей-сыворотка от Dalba. Пахнет она просто чем-то невероятным. Я просто брызгаю обильно на кончики. И совсем немножко по всей длине волос, не трогая корни. В упаковке несколько сразу масочек. Если быть точной, то 4. Так как это Dalba, здесь все либо по-корейски, либо по-английски. Ну, в принципе, понятно. От 10 до 20 минут. Кожу лица, если что, я очистила. Если быть точнее, вот этим маслом, кремом. Я его использую на тот случай, когда, например, с утра умываешься, у тебя нет макияжа на лице. То есть просто нужно умыться после ночи. Очень много в ней средств, скажу я вам. И зря я это сейчас делаю над своим диваном. Ладненько. Она пропитана на 200%, наверное. Интересно, а почему она такая прохладненькая, как будто она лежала в холодильнике? Это классно. Она у меня не лежала в холодильнике. О, как хорошо-то. И нанесу бальзам для губ, потому что в наше время много бальзама не бывает. У меня зимой с губами просто катастрофа. Либо я их обветриваю, либо я их кусаю зачем-то. Сегодня у нас в планах посетить наш городок, который каждый год строит
на площади центральной. В этот раз наши январские каникулы я расписала еще, наверное, в начале декабря, чтобы они не пролетели просто-напросто как одно мгновение. Мы пригласили к нам друзей на 3 дня у нас пожить, потому что они из другого города. Они приедут с собачкой, с детьми. Потом точно поездка в Тагил к моим родным. Ну и так здесь погулять, походить у нас в парках. День точно один хотя бы должен быть, когда мы вообще ничего не делаем, просто без плана, просто лежим, смотрим мультики, едим. И последнее средство, которое я нанесу, это такой спрей-сыворотка, уже не для волос, а для лица. Я вам не раз его показывала на канале, наверное, мое любимое средство, если выделить одно из всей продукции Дальба, потому что оно, во-первых, универсальное, во-вторых, оно безумно классное по составу, и больше всего мне нравится, что можно в течение дня нанести как дополнительное увлажнение, потому что сейчас сезон отопительный, зима, кожа просто кричит «сос!». И вот это то самое спасение, которое мы можем коже оказать. Классно, что не надо руками трогать, чтобы что-то там себе наносить. Это у меня уже 2-я банка. Обожаю всей душой. И в честь Нового года, ну или просто так, по доброте душевной, я хочу разыграть среди вас целый наборчик от Дальба. Это те продукты, которые лично я очень люблю и очень советую. И сюда также входит эта самая сыворотка, о которой я говорила. Также гель для умывания, гель масла. Это конкретно средство для снятия макияжа. И также один продукт из декоративной косметики, это кушон, или кушон, правильно, Google, так я и знала, кушон. Так вот, это такое тональное средство, очень легкое, ухаживающее, при этом с защитой SPF 50+, и формат упаковки тоже очень классный. Помните, как-то я в каждом видео вообще делала конкурсы, розыгрыши косметики, что-то подзабросила это дело, а новогодний влог — это особый повод вас порадовать. Так что максимально простые условия. Подписка на меня здесь и подписка на меня в Instagram. А чтобы я смогла определить победителя, напишите любой комментарий под это видео, но обязательно оставьте свой аккаунт Instagram. Ну а я вся такая увлажненная, напитанная, могу собираться гулять. Я, кстати, поняла, что мне больше даже нравится не сам Новый год как таковой, а именно вот эти январские каникулы, когда такая тишь везде, и ты просто ешь, спишь, гуляешь. И все это бесконечно. Ева, мы куда едем? На фигурки. Ледовые. Там есть вот эти единорожки, вот эти двери. Еще авокадики. Авокадики? Да. Ух ты. Там есть панцы. Там типа. Там есть еще домики. Обязательно. И там есть детская зона. Откуда ты это знаешь? Ну, на Майна. Задал вопрос. Только ради аттракционов. Бывает такая скорость. Да-да-да. Такая ярмарка небольшая здесь у нас. Просто один рядок, да? Вот. Разные ларечки. Вот мы вчера вечером сюда приехали с Денисом. Это была просто жесть. Здесь не протолкнуться было. Человек человеку в спину дышал. Как зашли, так и вышли. А с утра здесь хорошо. So it's true, I'm so glad, feel it too. Nothing to hide, falling in love. Ну что скажете? Какая она мощная, ты видела, как я перевернулась? Телевизор. Ну-ка, расскажи мне, ты любишь чистить зубы? Да. Да? Почему ты любишь чистить зубы? Ну, нормально. Нормально тебе? Какая тебе больше нравится? Какой сегодня хочешь чистить? Скай или крепышом? Я крепышом. Хорошо, держи. Теперь скажи мне, какую пасту ты выбираешь из этих трех? Я вот так. Хорошо. Опа. В общем, в какой-то момент, несмотря на мой постоянный пример, то, что я показывала Еве, как мы чистим, у Евы пропала мотивация как таковая вообще чистить зубы. Ну, конечно, мы пытались объяснить простым языком, что вот бактерии, что их надо убрать, что из этого придумать какую-то игру, но прям сложновато шло, правда. И в какой-то момент Денис говорит, я возьму это на себя. Разработал подход, целый план того, как привить Еве желание и вообще любовь к этому делу. И основные такие моменты — это то, что он максимально дал выбор во всем. Купил 3 зубные щетки. Плюс, конечно же, они с ее любимыми героями. Например, здесь нарисован крепыш. Ну, вот этот таймер, Ева его не особо понимает. На самом деле здесь горит лампочка столько, сколько, типа, нужно чистить зубы. Еву он как-то не очень интересует. Выбор пасты также.
У нас есть 3 разных тюбика, которые можно каждый день менять, чтобы из этого тоже уже какой-то вот ритуал игры создавать. Ну и самое, наверное, ценное — это награды. Каждый день, когда Ева почистит зубы, они наклеивают наклейку щенячьего патруля. И это создало такое... Хочешь наклеить? Да. Давай я тебя дочищу до конца. Ева почистила зубы, Ева отклеивает наклейку. Посмотрите, сколько уже здесь наклеек. Это столько дней по этой системе почищено зубов. Вау. Тут у нас кто нарисован? Маша. И это? Оки. И сейчас у Евы даже привычка сформировалась. Я говорю, скоро пойдем спать. И она такая, о, чистим зубы. То есть уже не так, что не хочу чистить зубы. Вообще такого нет. Мы сегодня с сестрой и с мамой, нашим маленьким женским кругом, на парении в бане. Это такой наш подарок новогодний друг другу. Просто все мы сложились и решили заказать банщицу, которая нас хорошо попарит. У нас была сначала совместная медитация прямо в бане, минут 20-30, наверное. И потом по плану индивидуальное парение. Вот я пошла первая, сейчас освободилась. Какой это кайф! Мне кажется, это вообще один из самых классных подарков родным и близким, заказать банщика, банщицу. У нас помимо парения еще практика солевых выкаток. Угу. Я сама об этом впервые слышала, просто спросила у банщицы, что у вас есть еще. Она сказала, я могу делать солевые выкатки с чисткой каналов. Это уже получается после парения вениками, и солью хорошенько тебя, можно сказать, скрабируют, каким-то образом очищает твои каналы. Эзотерика вошла в чат. Энергетические каналы, если что. Проводник тебе потом говорит о каких-то застоях, где у тебя что там скопилось, что она почувствовала во время этой практики, и ты тоже свои мысли можешь озвучить или можешь просто как-то соотнести с тем, что тебе скажут в конце. Ну, мало того, что кожа сейчас как у младенца, потому что это очень хороший такой скраб, и вообще само парение, поры открылись, все хорошенечко прочистилось, все, что нужно, вышло. Но мне нравится, что у нас именно такая практика с духовным подтекстом, не просто раз-два, ну все, погнали. А такая вот она погружающая, с такой очень приятной музыкой, травами. И что интересно, когда была чистка солью вот в этом месте, в груди, почему-то мне пришла моя картинка того, как я позволяю себе расслабляться, сколько много я на себя беру и как ответственно ко всему этому подхожу. И все, как бы дальше я снова сконцентрировалась на дыхании, и уже в конце чистки она мне сказала, что во мне сидит очень сильный контролер. Она это почувствовала в районе груди, когда выкатывала здесь соль, и что как раз-таки я себе не позволяю должным образом расслабиться, все хочу держать под контролем. Очень классное начало года. Какие-то чистки, медитации, обновления. Баня как таковая. Невероятно красивое здесь пространство. Все в стиле Бали. Дерево, камень, приглушенный свет. Красота вообще невероятная. Но я пойду дальше созерцать и пить чай. Наша семья на месте не сидит. Никогда. Нет. Куда мы сегодня едем? Тагил. Тагил. Там кто? Бабушка. Да, у меня рука трясется, потому что очень тяжелый фотоаппарат. Там есть еще дедуля. Это что такое, Ев? Это лак. Это лак? Как будет по-английски привет? Hello. А как дела? Не знаю. Знаешь. Привет. Нам в дороге всегда вот такие штучки помогают. Именно этот автор нравится, Женя Кац. Очень много предложений по разным играм, то есть как можно внутри вот этой картинки поиграть, и просто предложение, как ребенка занять. Вот именно так вот в дороге, чисто устно. Дедуля, какой бы ты мог дать один совет молодежи на всю жизнь? На всю жизнь? Да. Моя мать. Всю жизнь кого-нибудь любить,
и всю жизнь чему-нибудь учиться. Ух ты! Ты, да ты самый умный в мире мужчина. Ну почему это? Моя очередь. А как ты сказала? Твоя очередь? Да. Всегда... Девочка, как ты считаешь, что самое важное в этой жизни? Что самое важное в жизни? Что тебе больше всего нравится? Вот такая. Вот такая? Ты там ножку подняла, что ли? Балерина. Ты балерина? Да. Быть балериной — это самое важное, да? Да. Вот, казалось бы, каникулы, есть больше времени. Можно приготовить что угодно на завтрак. Я все равно готовлю гречку. Вообще не знаю, как можно жить без гречки хотя бы раз в 2 дня. Я вам заодно покажу, смотрите, какой подарок мама подарила на Новый год. Это соль, это перец. Здесь пока ничего нет, ну, в смысле перца нет. Нажимаем на кнопочку. Прикольно, да? Мало того, что подсвечивается область, в которую ты солишь, еще и так красивенько выходит. Все, можно на 15 минут забыть про кашу. Она сама сварится. А мы будем делать зарядочку. Тянуть свое тело, чтобы оно сгибалось. А потом поедем на самую большую горку в нашем городе. 5-этажную. Она платная, конечно. Там на специальных тюбингах можно кататься. Но я не могла это пропустить. Got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking up wine by the fire. Don't care of anything else. It's Christmas. У тебя тюбинг сдутый какой-то? Потому что, ну, все выезжают сюда прям на эти коврики. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу квартиру. Здесь пока вот так. Мы здесь оказались сейчас впервые после того, как сдали квартиру в ремонт. Тут сделаны стены. Из основного такого глобального мы строили перегородку между 2 комнатами. Блин. Вот тут вот была одна большая такая комната. Но так как нам она не совсем нужна, нам скорее нужно было 2 для детской. Вот эта детская большая осталась. И 2 для кабинета зоны. Мы делали вот такую перегородку. Шумоизоляция, да. Потому что здесь у меня будут стоять барабаны, иногда я буду долбить. Но это не значит, что меня никто не будет слышать, но хотя бы меньше будет отдачи. А здесь ванна. И последняя спальня. Здесь наши дорогие строители переодеваются. Тут уже какие-то есть разметочки стен, всякие углубления. Получается сейчас январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Слушай. 5 месяцев. Они пролетят как миг. Это идеально. Ну, это идеально, да. Может быть, это все дольше. Это стены ломаные, да? Да. Это зона гостиной. Присаживайтесь на диванчик. Поудобнее. Вот здесь он будет. Я остановилась где-то в гаражах. Просто хотела сделать такую минутку-подводочку. Минутку подводочки. У меня сейчас будет первое занятие по барабанам в этом году. Я ни разу даже вам на канале не показывала студию, где я занимаюсь. Надеюсь, что это произойдет сегодня. Надеюсь, никому там не помешаю. Установлю штативчик. Барабаны — это прям такая любовь, которая появилась в том году. И мне кажется, это прям надолго со мной. Потому что, ну, обычно такая первая внешняя мотивация, она заканчивается где-то недели через 2-3. И если это не твое, то обычно у тебя сразу угасает интерес к этому. И с барабанами такого вообще не произошло. Есть уже одна песня, один трек, который я выучила прямо наизусть, который играю у Imagine Dragons. Следующий трек — это просто космос какой-то. Вот я сейчас шла всю дорогу до барабанов, в наушниках слушала на повторе, просто чтобы вдохновиться, настроиться. Это одна из любимых моих
песен с подросткового еще возраста. Я помню, что когда меня все бесило, я могла выйти из дома просто во двор на качель, включить в наушниках эту песню на повторе и просто минут 20 быть где-то между небом и землей, потому что мне казалось, что я реально не здесь. Казалось, что вообще все проблемы, они где-то вот остались очень далеко, и меня прям очень наполняло это время. Так что сейчас хочется научиться ее еще играть. Я не скажу, что я прям с головой погрузилась в барабан, то есть я не каждый день занимаюсь по 3 часа. Нет, у меня стабильно раз в неделю занятия, и где-то раз-два раза в неделю я дома еще занимаюсь на своей установке. По моему опыту, лучше маленькими шажками, но верно, хоть куда-то идти. Поэтому пойдемте со мной. Опять же, как без метронома со мной. 3, 2, 3.